activated. Они нас не видели. Надо быть начеку. Заметила кое-что, пока осматривала этот саркофаг. Это место прекрасно подходит для устранения вредителей. Ты заманила меня сюда. В этом и был твой план? Ты правда туп, как разборщик. Замкнуть ряды! Не дать ему сбежать! Предел выстрел! Он расправился с одним из наших! Надо бы догнать его! Седай! Истекает кровью! Бей точнее! Сюда! Принято! Попал в цель! Конец деятельности! Попадание! Тебе конец! Я тебя поймаю! Подаван? Так где сила? Повсюду. Она вокруг меня. Она внутри меня. Именно. Она связывает тебя. Настанет время, когда эмоции, боль, изнеможение запутают тебя. Ты подумаешь, что отрезан, изолирован. Это лишь иллюзия. Твой меч лежит здесь, вдали от тебя. Но вас все равно связывает сила. Ощути эту энергию. И призови свое оружие. Сила вокруг тебя, внутри тебя, связывает тебя с мечом. Не отвлекайся ни на что. Сила течет во мне. Она связывает нас. Да, пожалуй.
выжил. Что, нарушил твой план? К счастью, я всегда предусматриваю случайности. Activated. Thank you.
Тебе не выстоять против... На! Окружаем цель! Погиб член отряда! Размажем его! Да! Я попал в него! Сюда! Не ослаблять натиск! Нужно остановить его! Отношение погребенному здесь мудрецу. В то время считалось ценным.
скучаешь там, Види? Есть что-нибудь интересное? Мой друг, эти устройства, похоже, имитируют силу притяжения планеты. Другого объяснения я не вижу. Thank you.
Их зажигали, чтобы почтить память погребенного здесь мудреца. Как делать так, чтобы свечи не погасли? Точно, их металлические оправы нам помогут. Разъем такой же, как в другой гробнице. Молодец. Не отставай! Эй, Биди, что это? Что там, Биди? Друг, найденное здесь обескураживает.
Лианы? Только они и удерживают цепь от разрыва. Разъем такой же, как в другой гробнице. Молодец. Рад, что ты со мной, Биди. Я вижу. Вот и сфера, питающая этот фонарь. Удиви меня, Джедай!
если фонарь упадет, могу поспорить, он раскроется. Как сделать так, чтобы свечи не погасли? Точно, их металлические оправы нам помогут.
удалось найти нетронутые изображения священного артефакта Зеффо. Мой друг, присмотрись. Это Мигтрул в хранилище Набогано. В руке он держит некий предмет. Я считаю, что с помощью этого предмета владеющий силой способен познать тайны хранилища. Это ключ и проводник. Астриум Зеффо. Но кто уничтожил другие его изображения и зачем? Это еще предстоит понять, однако следующий шаг очевиден. Найти Астриум, если хоть один уцелел. Астриум. Ты о таком слышал? И я нет. Но ключ... Да, я догадываюсь. Похоже, мы знаем, что надо найти. Эй, Биди, глянь сюда. О, ты что-то нашел? Отлично, Падаван. Путь свободен. О чем ты говоришь? Мне нужно было поднять гробницу. Теперь я получила, что хотела, и ты больше не нужен. Ты можешь исправить, что она сделала? Спасибо. Надеюсь, новое шифрование защитит от нее. Это процессор разведчика. Каково это взламывать других дроидов? Да, мне тоже было бы странно взламывать людей. Но это же ради благого дела. Надо связаться с Богомолом. Трилла наверняка знает, где они. Ты уверен, что починил связь? Они не отвечают. Что-то не так. Нужно возвращаться. Никого нет? Думаешь, ловушка? В
последнее время мы частенько в них попадаем. Стой. Слышишь? Хочешь проверить? Что там у тебя? Кажется, это лифт на нижний этаж. Пожалуй, он нам пригодится. Слышал, что случилось? Давай, бей его! Мы несем потери! Кажется, остался только я!
ненавижу этих тварей с огромными зубами. Есть. Вижу врага! Да, хорошо. Похоже, все награды достанутся мне. Пора в бой! Что ты делаешь?